точно. Да? Не, мы не из Киева, нас на границе. Мы ехали на поезде номер 5, Москва-Киев. И на границе, как вы там, населенный пункт? Конотоп. Конотоп. Да. Нас там сняли. Пограничники сняли с поезда. Всех мужчин с возраста от 16 до 60 лет. Вот. Ну, как это известно уже а в СМИ. Как вы относитесь к этому? Ну как? Ну, это как минимум нарушение наших прав, мы же ничего не нарушили. Вот. То есть это ну, не есть правильно, но это же большая политика. Мы здесь ни при чем. Мы же в данной ситуации лишь являемся теми людьми, кто страдает от данных законов. Больше ничего. Мое мнение, я сам видел, как Украина как бы вернула не одного человека домой. И как бы россияне тоже начали возвращать украинских граждан. Не знаю почему. Но я не думаю, что они сделали это как бы в лучшую сторону. Все это отразится как бы на них. Потому что они закрыли как бы въезд российских граждан. И многие люди не могли даже попасть домой. Даже среди них были украинские граждане. Не заметили, в поезде никого не задержали, никого не высадили пока, по крайней мере, такого мы не чувствовали. А вы откуда? Вот Кишиневский поезд, да? Да. А вы через Украину ехали, да? Да. И никаких проблем вообще не было, да? Нет, нет. Слава Богу.